Довольны ли люди нынешним состоянием медицины и нужны ли изменения в этой сфере, сейчас мы спросим у одесситов. Хуже, чем сейчас, быть не может. Ну, на мой взгляд, абсолютно. Потому что медицина все равно платная получается, а качество мы практически не получаем. Хотелось бы, ну, чтобы это было более современно, наверное, да, больше технически оборудовано, больше. Ну, а так, внимание к людям, в принципе, есть. Врачи на уровне в этом плане хотя бы. Недовольна. Почему? Потому что очень высокие цены, потому что нет нормального оборудования во многих поликлиниках. Ну и, в общем-то, внутри. Частные клиники совершенно разнятся от государственных поликлиник. И, конечно, хотелось бы другого отношения и, в общем-то, персонал тоже. Доброго слова я не могу сказать. А какие бы вы изменения хотели, чтобы произошли? Чтобы у нас действительно была бесплатная медицина, хотя бы для стариков и старух. Нынешнее состояние медицины, ну, где-то плачевно, где-то положительно. Я, например, как участник АТО, инвалид, то есть обслуживаюсь вот данные поликлиники, больницы, то есть до нас бесплатно. То есть город это делает бесплатно. Ну, хотелось бы, чтобы отношение было лучше, и чтобы медикаменты были доступнее. Понимаете, все это взаимосвязано. Мнение одесситов узнавали Татьяна Осадчук, Ярослав Ермоленко, Думское ТВ.